Приветствую, друзья, на канале Cross Out Lovers. Сегодня в видео мы будем продолжать играть в игрушку Трансформеры Битва за Кибертрон. И сегодня мы нападем на столицу автоботов Иакон. Давайте ради интереса выберем другого персонажа. Мне уже Мегатрон как-то поднадоел. Так, ну поехали. Нормально так прилетели. Следуй вперед, навстречу армии Зетыпрайма. Не бойтесь, владыка Мегатрон! Под моим руководством десептиконы одержат победу! Не подведи меня! Почему мы не участвуем в главном сражении, Мегатрон? Пока Старскрим атакует в лоб армии Зеты Прайма, мы проникнем за линию фронта и завладеем ключом Омеги. Какой ключ? Ключ Омеги служит для доступа к ядру Кибертрона. Когда я доберусь до ядра, я пропитаю его темным энергоном, и вся энергетическая сеть планеты подчинится моей воле. Все понятно. Так, ну нам, короче, надо всех уделать. По классике жанра изначально. Так. Где все-то? А, во, вижу. Так, сейчас мы его уделаем по-быстрому. Здорово. Есть, уделали. Сейчас, короче, надо зачистку такую провести. Так, мегатронусы всякие тут ездят, нифига не делают. Вообще офигели. Я один всех должен делать, что ли? Давай, до свидос. Так, уделали. Вот еще вот этот есть. Стоять, куда ты побежал? Красивый такой. Давай, давай, подходи, подходи. Все, ништяк. Кто у нас тут еще остался? А? Уже никого. О, здорово, чувак. Ну что еще стоишь? О, еще одни братки пришли. Здорово. Есть, до свидос. Отлетел. Еще один. Их вроде не было, откуда они делись вообще. Так, патрончики, это хорошо. Здесь лежат. ТП-шки тоже лежат. Есть. Что у нас тут из оружия? Опаньки. Это, можно сказать, снайперка. Так. Куда вы там дверь-то открыли? Я еще ничего не залутал. Погодите меня. Так. Все, патрончики взяли везде. Можно идти. Пошли, Мегатронус. Мегатрон, сенсор фиксирует приближение автобота. Где? Я ничего не вижу. Невидимки, наверное. Автоботы здесь. Несомненно, прячутся в тенях. Да, классика жанра. Так, давайте. Подходите, у меня есть способность своя. Давай, давай, давай. Вот сейчас. Все, она накопилась. Есть, на. Долбанул, короче, их. Так, где еще? Пацаны, по ним фиг попадешь, зараза. Они быстрые. Так, держи. Так, одного уделали. Где еще? Фига вы, конечно. Акробаты, по ним вообще не попасть. Так, где? Где еще последний? Ага, вот где. Еще кто-то есть. Давай, до свидос. Есть. Вроде всех уделали. Ну ладно, неплохо. Идем дальше. Я думал, будет сложнее. Кораблик подбили у них. Приехал. Темный энергон оказался необычайно могущественным, как ты и предполагал. Армиям автоботов не устоять против него. Превосходно, Старскрим. Продолжай атаковать их, а я тем временем заполучу ключ Омеги. Так, знаешь, вот как раз нам сейчас снайперка и понадобится. Что-то мне в этом Старскриме не нравится, я ему не доверяю. О, сейчас хэдшоты всем раздадим. Ему можно доверять, пока он находится на расстоянии выстрела. Но он весьма хитер, и это интригует. Там какой бессмертный, смотри. Все, уделали. Так, где там еще? Есть, попал, есть. Я уничтожил цель! Снайперы, зараза, тут сидят. Никого больше нету. Ага, всех уделали. Так, давайте патрончики взяли. Ну, хотя у меня патронов все равно дофига пока что. Что тут у нас? Ага, вон там еще стоят, да? Давайте. О, еще снайпер. Ну ладно, сейчас вам подарочек прилетит. Они меня не видят. Я такой хитрый. Так, где еще? Вот еще. Ой-ой-ой, ракеты летят. Не надо мне ракет. Так, вот этот ракетчик. Зараза. Все, убрали. Так, давай теперь. Хорошо. Что тут у нас лежит? Патроны.
Здесь больше ничего нет. Ладно, идем дальше. Пока что все легко. Это все собираем обязательно. Мегатрон, врата к звездным галереям заперты. Я это предвидел. Но мощный заряд темного энергона распахнет эти двери. Да открывай уже. Так. Ой, это тут что-то, чувак. Так, все. У нас никого нету? Никого, замечательно. Так. Опа. Активирую защитную сеть. Мегатрон. О! Эти батареи питают системы безопасности. Скорее, наполните батареи темным энергоном. Нифига себе, какая тут штуковина есть, давай. Сейчас все взорвем к чертям. Следует немедленно начать свой. Тогда сейчас тоже подорвем, давай, давай. Ну так-то легко тут. О, он там врубил. Все, ништяк. Накрылась ваша система. Система безопасности деактивирована. Да все зашибись. Саундвейв, анализ повреждений. Сканирование показало, что урон минимальный. Классно. Быстро мы тут разобрались, конечно. Никого нет. О! Ох, нифига, тут кто выпрыгнул, а? Смотрите-ка. Га, он по нему как-то не попасть даже. Давай, пока из защиты ушел. Короче, вот так вот делаем. Вот так убиваемся, с пулеметом пофигачим в упор. А, там турельки стоят еще. Я-то думаю, что там такое, дамажит хорошо. Все, уделали турельки. Легко. Ключ Омеги находится прямо за этой дверью. Отлично! Это предприятие оказалось куда менее утомительным, чем я ожидал. Ты да, конечно, серьезно? Не впервой, я думаю. Ты тут что делаешь, Мегатрон? Тут станцевать у нас решил, да? Я понял. Так. Ну тут нам просто так ключ, мне кажется. Впервой, что ли? Ой, планетки какие-то тут. Автоботы используют это помещение для спокойных размышлений. Спокойных размышлений? И что вообще такое? Это значит, что они тут лодорничают и хныкают о своих слабостях. Потеря времени и ресурсов. Десептиконы, найдите ключ Омеги! Ну, наверное, по лестнице надо идти, я так думаю. Поехали. Ой! Что-то я не туда немножко поехал. Так, десептиконы, ключ Омеги! Сейчас будет ключ. Нифига себе, что это такое? Ого, пустой контейнер. Здорово. Мегатрон, последнее предупреждение. Ты пытаешься играть с тем, что не подвластно твоему пониманию и контролю. Зета Прайм, все еще боишься встретиться со мной лицом к лицу? Предсказуем, как всегда, до последнего пустого слова. Ключ Омеги теперь под моей защитой, Мегатрон. Это небольшая проблема. Я вскоре заберу ключ из твоих неподвижных рук. Опа, тут уже братки прилетели, слушайте. Вот этого надо сбить. Так, о, что их тут реально много, пацаны. Давайте отстреливаемся. Хэдшот. И еще, вот эти самолетики, блин. Куда ты там поехал, хитрый какой? Так, где еще самолет вот этот? Давай, сбиваем. Фига тут с этих самолетов, блин, а у меня хпшки-то заканчиваются. Ой, чечка, это полетел как-то. Что вообще происходит, пацаны? Так. Офигеть, я сейчас помру, походу. Я не могу просто ничего сделать. Так. Есть, сбил. Да помирай уже. Так, еще и высадился, зараза. Такая. Блин, снайперку бы. Именно снайперка, которая это так, чисто пистолетик. Снайперка вообще с первого удара всех дрогает. Так. Все, я вроде отбился немножечко. Ой-ой-ой-ой, какие нафиг ракетные удары. Есть, подбил этот самолетик. Вот еще один такой же. Есть, ху, это было сложно. Так, он еще один. Давай, вот и бил у нас как раз. Конечно, без паники, спокойствие. И то... О, ракетки, я его... Здравствуйте. Офигеть, там кто вышел, ё-моё! Вы нафига пришли-то, а? Братки!
Идите-ка вы лесом. Хорошо, я ракетик все взял. Так. Вот так вот делаем. Надо хотя бы одного завалить, чтобы у него пушку забрать. Да, может, неплохо так. Еще рычат там что-то. Блин, у меня патроны закончились почти. Да помирай ты уже. Так. Есть, я удел одного. Наконец, сейчас пулемет у него возьмет. Ну все, до свидос, давай! Я легко отвалился. Хана тебе, есть. Так, вон у нас СУПшки есть. Отследи сигнал Зеты Прайма. Начинаю сканирование. Готово. Источник в 12,7 циклах впереди. Сканирование выявило низкую структурную прочность в районе этой служебной двери. О, вот и патрончики, ништяк. Под системы города приведут нас прямо к источнику сигнала. Ладно, идем, давай, Саундвей, показывай. Еще такая же, что ли? Ну давай, ломаем. У меня патронов мало, поэтому... А че вы-то стоите, ё-моё, вообще? Я-то что все делаю? Ох, нифига. Спускайтесь сюда. И будьте осторожны. Одно неверное движение, и вы станете металлоломом. Да, я не спорю, конечно. Упал, главное, сам. Вообще, слушай, ты красавчик, что могу сказать? Главное, аккуратней. Сам грохнулся, помер. Не, ну вы-то вообще классные чуваки. Я поражаюсь просто. Саундвейв. А где Мегатрон? Это Мегатрон упал? Я понял. Не, ну это гениально. О, вот это ржак, конечно. Здравствуйте. Здорово. Ох, нифига тут. И постарайтесь не попасть под поезд. Я понял тебя, Мегатрон. Как скажешь. Я вообще известен своим искролётным юмором. А что здесь делать нам пожал, надо? Ух, нифига. Это что такое вообще? Что за футбик-то тут такой? Какие-то еще эти звездолеты тут летают. Ой-ой-ой, что-то тут есть такое. Так, нам, наверное, перепрыгнуть надо. Опа! Я всегда осторожен. Слушай, это вы какие-то там косипоры вообще. Так, вообще идеально. Так. А интересно, что будет, если их задеть? Я не хочу это проверять сейчас, хотя что? А, турельки, наверное, активируются. Хотя что, у нас Мегатрон сейчас поедет, все активирует, просто как все. Ох, тут еще один такой же. Да, говорит Мегатрон, я тебя понял. Так, я бы эту минку запнулся, у меня теперь не полные хпшки, к сожалению. Что у нас тут лежит? Все дробовики лежат. А мне что-то дробаши не особо нравятся, они как не особо дамажат-то. Бесполезно, Мегатрон! Дверь заперта! Тогда попробуем простое решение. Разбейте замки! Так, а замки-то с той стороны, значит, надо... Вот, хил, кстати. Значит, с той стороны надо раздолбать эту штуку. Так. Не, ну зачем такие замки делать, я вообще не понимаю. Так. Ой, сам себя стреляю. Ой, есть. Взорвите эту дверь! Взорвите, главное. Я все сам делаю. Че вы там? Взорвите. Я один тут что-то делаю. Вы так чисто, как балласт болтаете здесь. О, вы дверь выломали? Да ладно. Хорошо. Попрыгали. Все к выходу. Немедленно. Мегатрон? Невидимок следует уничтожить немедленно. Скорее. Ох, нифига. Тут еще кто-то выпрыгнул. Давай, взрываем быстрее, пока они там все сидят. Сейчас взорвем. Так, идите отсюда. Что-то дофига опять этих невидимок. Да помирай, я сам себя только дамажу. Где еще воткнул? Так, воткнул здесь. Отличная работа, Саундвейв. Теперь отопри мне дверь. В смысле, Саундвейв? Я все сделал. Ладно, я понял вас. Я вообще тут, как знаете, меня как будто нет. Что есть я, что нет меня, разницы особо нет. Я так понимаю, да? Ну ладно. Надо было Мегатрону собрать, командовать всеми. Либо Саундвейва. О, патрончики, это я возьму. Хотя у меня патрончики полные. Ответ отрицательный. Че вы там отрицаете? Опять эти минки. Мегатрон, только не накосячь, пожалуйста. Опа! Так, Мегатрон там не косячит вроде, ну ладно.
Ого! Давай прыгай! Попади под поезд, кретин! Да, мы нормально делаем все. Так, там еще один, что ли, поезд будет? Ой-ой-ой. Опасно. Ой, и что-то я вообще нифига не вижу, вот куда-то я упал. Отсюда мы можем проникнуть на нижние уровни Иокона. Что, и все? Это было так весело! Быстрое самоубийственное веселье. Вот тут уже что-то поезд какой-то взорвался. О, я нашел снайперку, наконец-то! Наконец-то снайперка нормальная. Так, там кто-то уже бежит. Давайте протестим на этом чуваке. Работает идеально, поехали. Тест драйв. Ну-ка, давайте еще с него вот это вот заберем, чтоб умения наши зарядились. Все нормально. Вот и патрончики, кстати, для снайперки. Ага. Что тут, клетка десептикона? Десептикон накрылся наш. Это что такое? Ну-ка. Давай нам хил. Спасибо. А что еще не дали? Ну ладно. Погнали. Мегатрон, я обнаружил ключ Омеги. Нам следует направиться к транспортному узлу. Замечательно. Ключ Омеги ждет нас. Ой, что там поезд остановился. Не очень прикольно. Еще и поезда тут ездят. Ну, у меня хорошая снайперка теперь. Главное, чтобы патроны не закончились. Поэтому я могу стрелять дофига. Так, всех тут грохать. О, опять эти с щитами вышли. У них тоже снайперки ведь, а? Фига у него щит какой мощный, смотрите. Я сбить его не могу. А, нет, смотрите, пробил его. Так, ну тут чё? Давай, до свидоса, сдача у него там. Так, ты, блин. Все, отлетел. Так, прыгают так вообще. Граната, ё-моё! Так, держи. Сделали. Они сами подошли, молодцы вообще, четко. Давай, еще под поезд, молодец, вот там стой. Так, хорошо. Ну, а что, поезд сейчас меня не сбил? Мегатрон, да ты чё, опять хочешь помереть, что ли? Я тебя понял, твою тактику. Помереть и наорать на других, что это мы виноваты. Так, перезарядка. Да мы уже тут давно стоим, какие приближаются. Давай, стоит такой, смотрит. Все вроде. Так, патрончики бы. А то патронов-то что-то мало стало. Ну, пошлите дальше. Завалило тут дверь у нас. Ой! Без паники, трус. Это что такое? Я направил сюда бомбардировщики с темным энергоном. Ты с ума сошел? То есть, это блестящий план, Мегатрон? Да, гениально. Мегатронус, открывай нам дальше дверь. А, она сама открылась. Ох, там дофига что-то. Очень много. Там еще какие-то наши, смотрите, борются. Так, снял, накрываю. Бомбардировка темным энергоном. Что вообще происходит? Офигеть, тут и наших, и их грохнуло нафиг. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут там наши были, нафига скинули-то? Скоро Иокон превратится в руины. Эти развалины не дают нам пройти, Мегатрон. Мегатрон, по данным сканирования, обломки в состоянии выдержать наш вес. Да мы уже перешли, чё хоть-то? Эй, там полный поезд автоботов! Опять! Ни один автобот не должен уцелеть! Да, мы их сейчас всех уделаем. Так. До свидания. Сейчас вот этого. Так, держи тебе. Там еще и ракетчики вышли, блин. Это уже не прикольно. Все разбомбили тут. Так, самое главное, я их бил. Ой, тут что, кто? По кому вы тут стреляете-то, а? Давайте, подходите к этой штуке, она взорвется сейчас. Держи. Есть. Ой. Ай, работаю, вот это что такое? Ну-ка, давайте протестим. Ой, фотонная винтовка. Ну-ка, давайте протестим на них. Кстати, она неплохо фигачит. Вот этих вот аэроботов вообще хорошо. Я ее, наверное, оставлю. Она очередями стреляет. Так. Что у нас там еще кто остался? О, щит есть. Неплохо. Давай, все. До свидос. Всех вроде порвали. Мегатрон,
Я обнаружил ключ Омеги. Он с другой стороны туннеля. Выдвигаемся, десептиконы! Да пошли, пошли за ключом. Ой, а как здесь? Ага. Ну пошлите. Так, а здесь же поезд вроде едет, нет? И где он? Поезд. Ладно, погнали. А, вот, гудит, значит, поезд едет. Да мы поняли уже. Так, давай быстрее, 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 быстрее. Сканирование выявило низкую структурную прочность. Вы там не померли, надеюсь. Служебной двери. Так, давайте врываемся. Никого нету здесь. Это Броул. Нас зажали возле хранилища Сети Прайма. Нужна поддержка с воздуха. Великолепно. Броул уже рядом с ключом Омеги. Сейчас мы поможем. Десептиконы там кто-то таращится. Здорово. Это мы. Так. Все, мы вырываемся просто. Давайте, до свидос. Нормально. Они даже меня не спалили как-то. Фига себе. Там наш чел всех это покрошил. О, там наши есть. Вот, ну давайте пошли сюда. Как выйти-то? А, вот. О! Ты кто? Чувак! А, я понял, кто это. Это тот чувак, который на спине взрыв пакет. Так, давай. Вот так вот это делается. Здорово, пацаны. Вообще, винтовка, кстати, классная. Она всех фигачит. О, тут какой-то у них операционный стол. Или что это такое? Есть. Так. У меня щит, кстати, полный. О, граната прилетела опять. Еще. Так, ракетчик. Давай. Отлетает ракетчик. Давай, до свидания. Отлетай! Все. Всех порвали здесь вроде. Здесь граната где-то. Задачи нужны свои инструменты. Все, перезарядились. Че, прыгиваем. А, вон еще. Вон этих, давайте сначала грохнем. Еще один отвратительный автобот. Больше никого вроде нету. Давайте врываемся. Ох, у нас свой пулеметчик есть. Давай, фигачим всех. Есть, врываемся. Тут тупо он всех, смотрите, фигачить неплохо. Наши. Тут что, чувак, делаешь? Сектор зачищен. Он его подпилил. Теперь поговорим с Броулом. Хочу знать, как идет моя война. Как идет моя война? Владыка Мегатрон. Докладывай, Броул. Автоботы окопались, а наш драгоценный командир отказывается поддержать нас. Хватит оправданий. Где Зета Прайм? Прямо за теми дверьми, Владыка Мегатрон. Давай, Мегатрон. Фига тут дверки, конечно. Посмотрите все темного Энергона. Невероятно! Не получилось. Чтобы пробить защиту хранилищ, тебе понадобится больше, чем капля темного Энергона. Сдавайся, Мегатрон, и может быть я сохраню тебе жизнь. Ты смеешь угрожать мне? Мне? Да будет так, Мегатрон. Ты сам выбрал эту бессмысленность. Отлично, просто отлично. Броул, вызывай бомбардировщики с темным Энергоном. Но, Мегатрон, тут слишком много оружия. Делай, что приказано, Броул. Да, Мегатрон, бомбардировщики, наводитесь на эти координаты. Всем остальным, прочь с улиц. Ой, ее сейчас будет вообще, смотрю, мясо. Почему он опаздывает? Молчи ты. Хочешь, чтобы... О-о-о, давай. Бомбардировщики на подлете. Ой-ой-ой, походу их сейчас собьют. Хана бомбардировщикам. Ну ё-моё. Надо, короче, пушки, наверное, похоже, убрать. Наши бомбардировщики ни на что не способны. Вот эта пушечка. Одно маленькое предложение.
Если мы справимся с зенитными орудиями, мы сможем вызвать поддержку. Отличная мысль, бро. Займись этим. Так, нам, короче, надо как-то туда попасть. Ну, дофига. Ой, ракета летит, блин. Ладно, давайте спустимся, наверное, потому что он будет как на ладони. Вот так. Идеально, нет, слушайте. Так, ты тут запарился, блядь, отлетаешь. Давайте, ой! Что-то я как-то неудачно вообще здесь застрял. О, все нормально. Давайте, куда? Куда-нибудь в укрытие надо. Вот сюда. О, тут наши. Давайте, пацаны. Дверь там откройте. Ой, здравствуйте. Вот что-то мне это вообще не нравится, за что вы вышли, мистер. Так, здорово. Че кто-то тут прыгаешь-то, блин? Давай, спиной поворачивайся. Вот, поехал. Блин. Да хватит тут таращиться. Опять он эту фигню сделал. Так, давай, давай, молодец, закрылся он другого. Молодец вообще, бинго. Уходим. Так, дверь тут они выломали. Это хорошо. Точнее, не они, а вот этот чувак с молотом выломал. Спасибо ему. Респект прямо. Так, судя по всему, сюда. Ой, там... Там турелечка у нас стоит. Держи. Сейчас мы турельки... Тут что-то так сделаем. Хо-хо, я сейчас за турельку сяду и их же расстреляю. Давайте по-быстрому. Так. Пацаны, здорово. Сейчас мы тут вам все починим, так сказать. Давай, садимся. Ну, поехали. Ай, блин. Ладно, пофигу тогда. Вот так вот делаем. Вот так вот. По старинке. Там еще вон, зараза, снайпера сидят. Так. Держи. Есть. Давайте теперь туда заходим по-быстрому. Где все мегатронусы-то там у нас? Я один реально что-то делаю. Здорово, зато прайм. Так, что тут у нас? Здорово. Сейчас я, как понимаю, взрывчатку надо, да, сюда бахнуть. Давай, сейчас хана будет в пушке. Ну-ка. Да, пушка накрылась. Ха-ха, она сейчас свое же долбанула, смотрите. Теперь одно орудие взорвет второе. Мегатрон, управление перегружено. Офигенно, слушайте. Что там происходит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то надо, я так подозреваю. Хана нашей пушечке. Чуть было не поплатились. Разве темный энергон не на нашей стороне? Броул, вызывай бомбардировщики. Передаю координаты. Броул, это Старскрим. Запрос отклонен. Я не собираюсь терять свою технику. И с каких это пор это твоя техника, Старскрим? О, владыка Мегатрон. Я не знал, что и вы там. Запрос авиаподдержки принят, но бомбардировщики будут у вас через несколько циклов. Боюсь, вам придется потерпеть. В нашу сторону направляются подкрепления. Походу, сейчас будем обороняться жестко. Это, пусти, если куда ты уселся? Меня! Отойди! Что ты встал-то? Я тебя понял, чувак, слушай. Иди меня куда-нибудь уже. Я всех тут делаю. Ну-ка. Вон они снизу, смотрите. Давайте, просто не останавливаясь, вот так делаем. Думают, что могут обстреливать нас с моста. Ура, давай, просто сейчас всех. Без остановки можно. Так. Давайте, за турельки садитесь, пацаны. Хорошо тут получается. Где снайпер? Вот он. Так, этот чувак так и стоит. Ну, гениально, слушай, ты придумал? По кому вы там? По одному чуваку стреляете? Вы что, серьезно, что ли? Вот так вот делаете, да и все. Ты что стоишь-то, блин? Ну вы гении. Мы победили? Нет, нет, нет. Автоботы никогда так легко не сдадутся. Принято. Нужно держаться и быть начеку. Давайте, я буду за турелькой этой сидеть. На крыше снова автоботы! Блин, куда ты выпрыгнул-то? Никуда, слушай. Там еще... Пусти, вот эта турелька идеально была бы. Туда Мегатрон сел. Вообще, слушайте, неудобно. Здесь как-то они стоят.
отсюда я буду сеять настоящий... Давай, иди отсюда, не... Чё ты вылез-то и зашел? Ну, дал бы мне лучше, я бы всех перестрелял. Так, Мегатрон тут вообще терминатор. Что он делает? Да, вот это Мегатрон. Так, давайте. Вот это десептиконы, вообще. Ой, кто вышел? Ё-моё! Это вот жестко. Так. У меня турелька не может так стрелять. Можно снять, конечно. Давайте снимем одну. Сейчас я тут всех уделаю. Давай. Забираем одну штучку. Так. Берем пулеметик с собой. Правда, тут патроны есть. И все. Вот этого уделаем сейчас по-быстрому. Так. У него еще там один такой же пулемет есть. Давайте по одному. В очередь устраиваемся, пацаны. Где еще чуваки-то, а? Вот, давай. Есть. Все снайперы просто идут лесом. Ой, там самолетики полетели. Блин, вот это не очень классно. Их причем дофига, смотрите. А прикиньте, я бы пулемет не взял. Как мы сейчас от них отбивались, я не знаю. Потому что их реально много. Но с пулемета пока что прикольно избивать. Правда, патроны заканчиваются. Так, там еще и машинки вот эти, вот эти. Так, все, у меня патрики закончились. Давайте второй берем пулемет. Давай, вот эти вот. Офигеть, их смотрите сколько. Когда вы закончитесь-то, а? Так, еще один такой же, смотрите. Так. Что с вами делать-то, а? Офигеть, вот это их дофига сейчас. Надо пулеметчика снимать. Еще один нарисовался. Мне бы пулемет ваш, а то у меня 51 патрон остался. Есть, подбил. Патроны нельзя взять. Блин. А это только, кстати, над одним чуваком могут издеваться. О, еще один. О, еще один пулеметик. Давай, берем. Будет мое. Так, где ее? Чуваки-то еще остались. Так. Вы где? Что-то никого нету. Так. А, вон. Чувак остался один. Сейчас мы его уделаем. А, вот еще, блин. Откуда вы выпрыгнули-то, а? Сейчас нам конец! Хватит ныть, брейкдаун. Какой или конец? У нас помогу. Все зашибись. Ой, они опять едут. Они прут со всех направлений. Да. Я заметил. Что нам делать? Сдерживать их. Бомбардировщики прилетят и расчистят улицу. Опять эти самолеты. Так. Пока легко. Их было больше. Так, опять летят самолетики. Без пулемета было бы вообще сложно. А так вроде нормально отстреливаемся. Офигеть, их тут, смотрите. Просто! Их дофига! Тут же целая армия! До бомбардировки осталось 5. Бомбардировка, давай, 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 пожалуйста. Есть. Наконец-то. Вот так! Бац! Вот вам, автоботы! Похоже, улицу удалось зачистить. Это начисто вышибет дверь хранилища. Это хорошо. Роу, остаешься и удерживаешь позиции. Все остальные вперед! Добудем ключ Омеги! Фу, это было сложно. Ну ладно, пошлите. Пулемет, конечно, тут порешал вообще. Если бы пулемет, я бы, наверное, слился. Так, ну что там, двери сломали? О, сломали. Офигеть, ты кто вообще такой? Смотрите. Атакую десептиконов близ хранилища Акона. Отступаем! Офигеть. Это танк. Как его уделать-то? Какой здоровый! Офигеть, и что делать? Его. Я даже не знаю, так. Ну-ка. А, вот у него сзади что-то есть. Фигачим по этой штуковине, значит. Я как понял, как у всех сильных каких-то челиков. Сзади. Ой-ой-ой, что-то стреляет жестко. Так, у него тут пушка такая двухствольная, прикольная. Мне бы такую. Мне сзади все спрятано, я так понимаю, да? Давай, пока. У меня уже рука отвалилась. Ну, что-то какой-то легкий пока что, чувак-то. А
не он загрелся на моих этих союзов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что ты на меня кинул такое? Какая-то липучка. Так. Без руки уже ходит, чувак. Не повезло тебе, конечно. Чувак, позвольте-ка я вам по спине скажу. Да хватит вертеться. Так. Давай стреляем, есть. Давай. Забиваем. Ай! Больно! Так, мне кажется, у него чуть-чуть хпшек осталось. Смотрите, он уже развалился. Так. У меня патроны на него столько ушли, конечно, вообще. Есть, его уделал, наконец-то. Не, ну это терминатор, реально. А куда ты ищ... А, вот он. Офигеть, вот этот чувак был. Все видели? Это все я сделал. Да, это я. Вперед, десептиконы! Штурмуйте хранилища! Так, взрывчатку сюда надо, да? Ладно. Перезарядочку делаем. Что тут у нас? Патрончики. Мегатрон, не отрицаю, ты упорный, но врываться в мои хранилища — это уже слишком. Не буду тратить на тебя слов, Зет-Прайм. Отдай ключ Омеги, и, может быть, я пощажу остатки твоего города. Так, стреляем. Есть. Тут лифт был, нифига себе. Это мы вскоре обсудим лично. Где дверь? Владыка Мегатрон, на помощь! Один из наших угодил в ловушку Зеты. Без руки главное. Посмотрите на пол, что он тут затеял. Ху-ху-ху! Эй, я еще функционирую! Я еще... Идиот. Десептиконы, вперед! У тебя нет ни малейшего. Прикольно, слушайте-ка! Твои жалкие механизмы меня не остановят, Зета-Прайм! Надо втопить сразу быстро, мне кажется. Брейкдаун. Вот так вот. Начинаем. Да, легко вообще. Так. Ни шагу более, Мегатрон. Священные хранилища не место для таких, как ты. Для меня нет ничего святого, Зета-Прайм. Пора бы это уже понять. Десептиконы! Только не помрите, пожалуйста. А чё мы делать будем? Чё, они уже второй раз померли? Вам не надоело? Да, прикольно, прикольно. О, вот он, ключик. Забирай, давай. Чё-то там закрылось. Хана нам, походу, сейчас будет. В моих... Что? Мегатрон, ты думал, что все будет так просто? Иди сюда, Зета-Прайм, и получишь свой ответ. Я останусь здесь, чтобы без помех наблюдать ваше полное уничтожение. Что он делать будет? Моя воля управляет этим местом, Мегатрон. Мне нужно лишь сжать руку, чтобы сокрушить вас всех. Пол светится! Он раздавит нас! А вот это уже жестко. Только не помрите, пожалуйста, опять, чуваки. Так, а почему бы он не мог сразу все тупо, весь пол вот так вот сделать и не париться особо? Типа вот сюда можно запрыгнуть. А, нет, нельзя. Так, и чё? Дальше видишь, у нас... Мегатрон, здесь мои владения. Твой спектакль не пугает меня, Зета. Здесь у меня есть власть управлять и создавать. Вы кто вообще? Так, а как их уделать? Голограммы какие-то. Это из Зета-Прайма, блин. Фига их тут. Зета-Праймы тут что-то бегают. Фига он с копьем. Так вот все делается и все. Давай, давай, давай. Винтовка, кстати, реально топовая. Мне понравилось. Давай, до свидос. Опять он этот пол подрубает свой. Берем. Видишь, сколь бесплодны твои старания?
Давай, давай, все. Мне патрончик, его патроны, патроны, патроны. Это все, Зета? Жалкая армия энергонных клонов? Это все, на что ты способен? Эти гранаты мы так не поставим. Моя власть. Ай, блин, их надо... Безгранично. Я гранату потерял, можно сказать. Мы можем повредить там еще механизмы Зеты во время цикла перезарядки. О, фигачим, давайте, пацаны. Есть. Доблестная попытка, десептиконы. Однако техника автоботов прочнее, чем вы можете себе представить. В этом месте безраздельно правит моя воля, Мегатрон. Мои минки! Блин. Что-то у нас немножечко вот так вот закрывает. Мне это не особо нравится, Мегатрон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, топи! Убегаем тупо. Так, нормально, выжили пока что. Я на вас постою вот так вот. Я с легкостью создам новых энергонных клонов. Вы будете уничтожены. Ну давай, создавай. Я это так и делаю, знаете, мне даже подойти не могут. Ой, их что-то много стало. Очень много. Офигеть. Щипол опять подрубается. Так, давайте время гранатки. Полетело. Нормально. Есть. Патроны с них падают, это хорошо. Он перезаряжается. Огонь по ядру. Давай, фигачим ядро. У меня пушка мощно сразу пол хп там сносит. Ой-ой-ой, что-то тут техника ломается подвела уже тебя, Зета Прайм. Где теперь твое хвастовство? Битва еще не завершена, Десептикон. Готовься, сейчас ты будешь уничтожен. Тревога, тревога, Зета Прайм. Ой, да что тут делать-то? Что-то он, по-моему, тут вообще решил все сломать. Так. Он мог просто весь пол сразу так закрыть. Ой, здорово. Время гранатки опять. У меня еще одна граната. Еще. Ой, пошла. Гайпница. Давайте. Врубаем винтовочку нашу. Он их еще заспавнит, интересно, нет? Ой, это вообще жестко. Давайте пулеметку врубаем наш. Так, он еще что ли заспаунил? Нет, не заспаунил, нормально, берем. Патроны, патроны, гранатки бы еще. Мегатрон, ядро систем Зеты Прайма сейчас уязвимо. Есть, я его взорвал наконец-то. Нет! Системы отказали! Не может быть! Требуется перезарядка. Закончи начатое. Навеки мой! Ядро Кибертрона мое! Че это такое? Твоих шпионов дезинформировали, Мегатрон. Это устройство активирует лишь ключ к ядру. Но не беспокойся. Ключ Омеги сам к тебе придет. Омега. Фига себе. Мощность достаточно. Задание. Уничтожить Мегатрона. Вот это штуковина, конечно. Чувствую, в следующей серии у нас будет вообще жесть. Начинается самое интересное. В общем-то, пишите в комментарии, как вам эта серия. Ну а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока.
Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly.